сегодня у нас завершающее собрание по книге «Песнь песней». И в отличие от книги Иова, в книге «Песнь песней» не так много глав, не так много стихов, всего 8 глав. Поэтому если книгу Иова мы больше обозревали, мы не читали все стихи, то песни мы можем читать, в принципе, каждый стих, и мы верим, что Бог касается, Бог истолковывает. И я вам напоминаю, может быть, тех, кто не был на предыдущих двух служениях, посвященных разбору этой книги, что в отличие от классического раввинистического толкования, где видится в этой книге два главных персонажа, он и она, я вижу в этой книге все-таки три главных персонажа, и сколько я ее не изучаю, я только еще больше утверждаюсь вот в своем взгляде. Там три главных персонажа. Во-первых, возлюбленный, пастух, во-вторых, девушка возлюбленная Суламита, и в-третьих, царь Соломон, во дворце которого она оказалась, прельстившись сокровищами, блеском царского дворца. И мы с вами дошли до 6 главы, и 6 глава начинается со слов «дочерей Иерусалимских». И вот дочери Иерусалимские спрашивают у Суламиты, у этой возлюбленной: «Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобой». Почему они ищут возлюбленного? Ну, потому что возлюбленный там остался. Помните, мы читали, он там мелькал сквозь решетку. Он призывал: «Возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». И вот девушка понимает, что настало время искать вот, и вот этот хор дочерей Иерусалимских, с которым периодически ведутся диалоги такие. Он спрашивает: «Где он? Давай поищем его». На что Суламита отвечает: «Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии». То есть, видите, ее возлюбленный не царь. Соломон никогда не был пастухом. Ее возлюбленный именно простой пастух, который там в садах пасет. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями». Дальше, с 4 стиха, речь обращенная к Суламите. И тут я вам говорю, что не всегда понятно, даже вот в разных библейских переводах, когда в некоторых переводах вот подписывают, кому принадлежит речь, не всегда в разных переводах это совпадает. Поэтому вот обращено к Суламите, может быть, это пастух, но мне кажется, все-таки это царь. Почему я так думаю? Потому что речь царя очень специфическая. Обычно возлюбленный, когда говорит, он говорит о природе, там лилии, кедры ливанские. А у царя речь такая наполненная атрибутами, что ли, царской власти. Его даже сравнения, они очень такие специфические, такие вот, ну, царские такие сравнения. 4 стих. «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами». Я как-то помню, пытался это вот на современный язык перевести эти слова. И, ну, очень такой специфический. Не знаю, насколько современной девушке бы понравились вот такие комплименты. «Ты прекрасна, как Чебоксары или Воркута. Любезна, как Т-34, как конница Буденова». Да, вот, вот. Ну, как говорится, царь есть царь. «Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада, зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодной нет между ними. Как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Есть 60 цариц и 80 наложниц, и девиц без числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее царицы и наложницы и восхвалили ее». Вы знаете, Соломон, вот для меня,
в этой книге «Песни песней» – это образ мира. И мир, чтобы привлечь нас к себе, он тоже говорит нам какие-то комплименты. Но на самом деле это лживые комплименты. Сначала он поет дифирамбы, чтобы влюбить в себя, чтобы привлечь к себе. А потом использует и выбросит тебя просто-напросто как грязную тряпку. Ой, ты единственный, такой, как ты, прям, нет, да, вот такая ты вот, как бы тебе сказать, особенная, такая ты особенная, что вот у меня вот, вот 60 есть жен и 80 наложниц. Ну, это ничто в сравнении с тобой. Ты самая-самая любимая, самая-самая, лучше 60 жен и 80 наложниц. Кто из вас помнит, сколько в конце жизни у Соломона было жен и наложниц? У него было 700 жен и 300 наложниц. То есть Суламита не была его последней любовью. Мир обманывает. Ты единственная, точно тебе говорю, до завтрашнего дня. Все для тебя. А завтра уже не знаю, все по-другому будет. Вот. Мир прельщает, чтобы увести тебя из Царства Божьего, чтобы обольстить тебя. Но он просто использует тебя. Кто это, 10 стих, кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как птица с знаменами? В 11 стихе уже говорит дальше Суламита. «Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки». Видите, она не обольщается там этим дворцом, седалищем пурпуровым, да, вот мы читали об этом раньше. Ее тянет куда-то вне, да? Как сказали бы, наверное, Черепановы, на сплав куда-то, на природу ее тянет, вот, из мегаполиса. Вот, в сад, да, посмотреть на зелень, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза. Мы говорили, что в этой книге виноградная лоза, вот этот сад, образ нашего сердца. В действительности ее тянет вот к сердцу. То есть мы словно возвращаемся сами к себе. Не случайно я говорю, что самое великое путешествие – это путешествие именно внутрь себя. Царство Божие внутри нас есть. Это, конечно, прекрасно, когда мы можем путешествовать, но один мудрец сказал, чтобы путешествовать, не обязательно выходить из дома. Самое главное путешествие – мы можем видеть все, но совершенно не видеть себя. А ведь все самое важное там, внутри происходит. Поэтому больше всего хранимого предупреждает нас автор книги притч. Храни свое сердце, ибо из него источники жизни. И вот я пошла в ореховый сад, да, посмотреть, распустились ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки. И вот смотрите, 12 стих. «Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего». Видите, Суламита вышла из царского дворца в простой сад, и там вспомнила о своем возлюбленном. И она поняла, что этот сад прекрасней этой роскоши царского дворца. У нее словно вот наступает постепенно прозрение. Как глупая была раньше, когда тянулась к внешнему блеску, к лимузинам знатных, да, вот, колесницам знатных народа моего. То есть она вдруг увидела, что эти ценности, это вообще не ценности, это ложная ценность. Она вроде бы получила, да, вот тебе все, но поняла, что что-то сделала не так. Если ты еще не замужем, ищи любви, а не тех, с кем выгоднее быть. В этой книге очень много разных пластов, и один из них – это отношения между мужчиной и женщиной. Чего нужно искать в отношениях, чтобы потом не разочароваться в своей жизни. И вот 7 глава наступает, и снова хор дочерей иерусалимских. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя». И вот интересно, что впервые в этой книге упоминается имя Суламита. Да? Суламита в переводе означает «совершенная». И вот она уходит из дворца. И когда мы однажды в своей жизни осознаем, что самое главное – это Бог,
Это наш возлюбленный пастух. Может быть, для этого мира нет в нем ни вида и ни величия. Но когда ты переживаешь Божье присутствие, ты понимаешь, что этот добрый пастырь, этот пастух, да самое главное вообще, в чем ты нуждаешься. И вот, когда мы снова устремляемся к духовной жизни, к молитвам, к богоисканию, мир, из которого мы выходим, пытается нас вернуть. И он говорит: оглянись, оглянись. Вам это что-то напоминает? Ну, конечно, это напоминает историю с Лотом, да? Когда он выходил из Содома, то ему ангел сказал: не оборачивайся, не оборачивайся назад. А когда они шли, то жена Лота обернулась. И что с ней случилось? Стала соляным столпом. Вы знаете, есть одна очень картина. Я много видел разных картин на библейские сюжеты, в том числе на сюжет выхода Лота из Содома. Но вот одна картина, она как-то коснулась меня особенно. Там художник так интересно изобразил, как будто вот семья уходит, и мы видим картину, когда все уходят, да? А жена Лота стоит и поворачивается. И поворачивается к нам, к зрителям. Словно мы и есть вот эти жители Содома. И невольно задаешь себе вопросом: да, пора отсюда тоже уходить. Пора уходить. Но запомни, когда ты, потеряв веру, а такое, к сожалению, происходит в жизнях верующих, или ослабнув в своей духовной жизни, захочешь вернуться и снова гореть для Господа, дьявол и мир сей попытается взять реванш, чтобы вернуть тебя. Оглянись, что ты оставляешь, оглянись. Вторая часть первого стиха. Суламит отвечает дочерям Иерусалимским. У нас это один стих, но я вам напоминаю, что изначально текст не разбит ни на главы, ни на стихи. Это единый текст. Разбивка произошла где-то 800 лет назад для нашего удобства. Поэтому если там стих один, это не значит, что это одна и та же речь. Это можно было бы... Вот я бы, например, со слова «что» сделал бы второй стих. Но 800 лет назад меня не было, поэтому... Вышло, как вышло. «Что вам смотреть на Суламиту?» – отвечает им Суламита. «Как на хоровод Манаимский». Я помню, долгое время пытался понять, почему как на хоровод Манаимский. Я там разные справочники смотрел. Никакими особыми танцами Манаим известен не был. И тут я наткнулся на место Бытие, 32 глава. И там, смотрите, первые два стиха – рассказ о том, как... Яков возвращается с чужбины домой. Интересно, вот как Суламита возвращается из чужбины, да, с этого царского дворца домой к себе. Так вот Яков возвращался к себе домой, и 32 глава, 1 стих. «А Яков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божьи. Яков, увидев их, сказал: это ополчение Божье. И нарек имя место тому Маханаим». Ну, у нас слова звучат по-разному, но это одно и то же географическое название. Манаим, да, или Маханаим. Манаим. То есть можно сделать вывод, да, с одной стороны, мир пытается нас вернуть назад. Оглянись, оглянись. А с другой стороны, ополчение Божье, хоровод Манаимский, ангелы Божьи встречают нас, возвращающихся, да, как блудный сын вернулся к своему отцу, так же Суламита возвращается к своему возлюбленному. Дальше, второй стих, тоже вот по описаниям, мне кажется, это вот слова царя, ну, вот как-то манера такая.
О, ты прекрасна, ноги твои в сандалиях, черь именитая, округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника, живот твой – круглая чаша, в которой не встречается ароматное вино, чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями, два сосца твои, как два козленка, двойни серны. Вот именно из-за таких стихов у евреев был запрет на чтение книги «Песнь-песни» до достижения 30-летнего возраста. Очень интересно, что Мартин Лютер тоже был сторонником такого запрета, что до 30 лет эту книгу читать нельзя. Посмотри на соседа, сколько ему, не старше ли он случайно, не младше ли он случайно. Если младше, скажи, пока не слушай. Хорошо, дальше. Вот опять вот такие комплименты царя. Шея твоя, как столб из слоновой кости, глаза твои озерки есивонские, что у ворот Батрабима, нос твой башня ливанская, ой-ой-ой, обращенная к Дамаску. Вот тоже, да, вот шея твоя, как небоскреб Высоцкий, нос твой, как шпиль администрации города, обращенный к площади 1905 года. Ну, такие комплименты. Восток. Не знаю, какое, толстое или тонкое, но отличающееся от нас дело. Голова твоя на тебе, как кормил. Гора, да? Тоже интересно. Вот. Так, как сказать, у тебя голова как волчиха. Это может быть твоим последним свиданием, но... Когда царь говорит, часто нет выбора. И волосы на голове твои, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, как привлекательна возлюбленная твою миловидностью. Этот стан похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Посмотри, соседа, младше ли он 30? Если младше, закрою ему уши. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветвь ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблок. Вы знаете, вот если комплименты пастуха наполнены жаждой близости, то слова царя наполнены похотью. Вот просто желанием обладать. Поэтому его метафоры переполнены там сексуальностью. То есть, помните, мир хочет овладеть нами, использовать нас и выбросить нас. Бог же жаждет слияния с нами навеки. Как написано, и так всегда с Господом будем. Вот что говорит Господь. Мир же обманывает. Уста твои, как отличное вино. И вот опять 10 стих, я бы так разбил, да? Вторая часть этого стиха, это уже слова Суламиты, да? Когда царь ей говорит, уста твои, как отличное вино. А она, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах. Она словно не слышит вот эти комплименты царя. Она думает о возлюбленном. И она его призывает. Приди, выйдем в поле, побудем в селах. Вот нити там башни ливанские, обращенные к Дамаску, и ворота Батрабима, да? Другие образы. Поле. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах. Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки, там я окажу ласки мои тебе. Видите, она словно прозрела, она разглядела то, чем раньше пренебрегала. Да? Дороже Бога нет ничего, дороже любви вот этой простой, но настоящей любви нет ничего. Поэтому пусть духовное богатство, духовное сокровище не станет для нас таким обыденным, скучным, повседневным. Ведь недаром говорят, что мы не ценим, пока не потеряем. Вот она не ценила. А когда потеряла, она вдруг поняла, да что я делаю. И ты вдруг понимаешь, никакие хоромы, никакие дворцы роскошные этого мира, ничто в сравнении
с простым садом, который взращивает сам Господь. И видите, Суламита словно делает здесь выбор в пользу любви. И поскольку это не просто рассказ о любви Суламиты и пастуха, а это письмо Бога, адресованное к нам, то вопрос возникает, а мы с вами какой выбор делаем? И вот она возвращается в виноградник, к жизни сердцем, да, вот она говорит, вот я иду вот к духовной жизни, к жизни сердца. И эта жизнь духовная снова стала расцветать. Мандрагоры уже пустили благовоние. Мандрагоры – такие благоухающие яблоки. Такой древний афродизиак, считалось, что в них любовный эликсир. И вот мандрагоры пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые, это я сберегла для тебя, мой возлюбленный. То есть, видите, она так и не отдалась царю. Она была там невестой, ее готовили к пиру, но она сберегла плоды, сберегла себя для своего возлюбленного, так и не став женой царя. И вот последняя глава, 8 глава, и Суламита продолжает свою речь с 1 стиха. «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». Да? То есть если бы он был ее братом, она могла бы целовать его, не осуждаемо другими. «Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей, ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблок моих. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». Тоже такой образ, да? Левая рука под головой, то есть она лежала, вот левая рука, а правая обнимает. То есть она была с этой стороны, головой где? У его сердца. Настоящая духовная жизнь – это когда ты так близок с Ним, ты начинаешь словно слышать биение сердца Господа. Ты словно синхронизируешься с Ним. Как позже написал апостол Павел, соединяющийся с Господом есть один дух с Богом. Или место, где говорится о семье, на которую можно во всей полноте отнести к настоящим отношениям человека и Бога. И будут двое, одна плоть. 4 стих, она обращается к дочерям иерусалимским. «Заклинаю вас, дочери иерусалимские, не будите, не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Я еще раз говорю, это она в третий раз, да, в третий раз в этой книге эти слова, и дословно здесь иначе звучит, да, дословно, не буди любовь, пока она не расцвела. То есть не буди любовь раньше времени. То есть третий раз это повторяется в данной книге, потому что это очень важно. Это в чем-то, может быть, даже главная тема этой книги. Не разменивай любовь на подделки. Жди настоящего. Отдай себя настоящему. 5 стих. Чери иерусалимские отвечают Суламите. Кто это? Восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного. Мне очень нравится, что в переводе Септуагинты, это на греческий язык Ветхого Завета, этот стих звучит так. «Кто это выступает блестяще таким белым светом, уподобляясь другу своему?» Видите, она уходит, она возвращается к своему возлюбленному. Если раньше она, помните, была черная, да? То теперь она сияет таким светом. Почему? Отражение в ней света его возлюбленного. Как в одном из псалмов, вот, который Диана исполняет, да, про луну. Как луна отражает свет солнца, так и мы призваны отражать свет Божий в нашей жизни. Сияющее таким ярким светом, да, таким потрясающим, потрясающим светом. Вначале была черна, а теперь достигла белизны. Белизны своего возлюбленного. Как помните, апостол Павел сказал, мы в нем сделались праведными пред Богом. Не за свои заслуги и не за свои духовные подвиги, а просто
Поверив в Него, мы приняли Его праведность и Его святость. Потому что Он умер за нас, воскрес, чтобы мы стали подобными Ему в святости и в правде, отражая словно Его свет. Дальше Суламита, вот вторая часть 5 стиха. «Под яблоней разбудила я тебя», Суламита говорит своему возлюбленному, «там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя». Соломон родился во дворце, а не под яблоней. Под яблоней родился ее возлюбленный, пастух. И опять параллель с Иисусом Христом, который не родился во дворце Иерусалима, а где родился? В хлеву Вифлеема, в простом месте. И вот шестой стих, когда уже книга подходит уже к финалу, то вот здесь в шестом стихе кульминация, потрясающий гимн любви. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою». Печать и перстень в древности это утверждало право на владение. Кольцо до сих пор является символом брачного завета, да? Полное посвящение друг другу. Что это означает? Все, я твоя целиком и навсегда. Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. И здесь такое сравнение, да? Крепка, как смерть, любовь. Я помню, однажды прочитал слова одного митрополита Антония Блума, который служил в свое время в Лондоне, в одном из православных приходов. Очень интересный христианский служитель, мыслитель. Я вам советую, если вы видите его книги, читайте его книги, там много глубин переживания Господа. И вот Антоний Блум однажды такую вещь написал. Послушайте. Смерть и любовь неразлучны между собой, поэтому так страшно бывает любить. Смерть и любовь переплелись, потому что полюбить – это значит так себя забыть, чтобы даже не существовать, не вспомнить о себе. Другой так тебе дорог, что мысль о себе мешает. Я когда читал вот эти слова митрополита Антония Блума, вспоминал слова апостола Павла. «Я сораспялся со Христом, и уже не я живу, а живет во мне кто? Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот это точно так же уже не я живу. Жить любовью – это не собой жить. Когда люди продолжают жить собой, это просто эгоизм. И очень важно понять, что у нас в нашем языке вот слова «любовь», «любовь», да, я вот люблю свою жену, я люблю там какой-нибудь салат «Мимоза», да, вроде ты все любишь. Но правильно говорят, что на самом деле ты не любишь салат. Ты не любишь, ой, я мясо люблю, я рыбу люблю. Ты не мясо и не рыбу любишь, ты себя любишь. А мясо и рыба нужны тебе, чтобы тебе было хорошо. Любовь настоящая, божественная агапе – отличается. Ты не себя любишь и используешь что-то для себя, да? Ты любишь другого так, что мысль о себе, да, говоря словами митрополита Антония Блума, мысль о себе тебе даже мешает. Любовь, да, мы видим в этом гимне сильное пламя, да? Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Но важно также помнить, каким бы ни был сильным огонь, если его не поддерживать, он погаснет. Необходимо постоянно подбрасывать ветви в костер любви. Поэтому нередко бывает ситуация, когда люди, приходя в церковь, загораются любовью к Богу, жажда исполнить Божье призвание, со временем остывают. И они вроде бы продолжают там делать что-то, трудиться,
но внутри этого огня уже нет. И в таком состоянии была Ефесская церковь, которой Господь сказал такие слова, что да, ты много трудился, не изнемогал, знаешь, кто апостол, кто лжеапостол, просто молодец, и проповедуешь, и трудишься, и помогаешь, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою. А без любви для Бога все это уже не имеет никакого значения. И он говорил дальше, вспомни, откуда ты не спал с этих вершин любви, и покайся, и твори прежние дела. То есть вернись к делам любви, вернись к отношениям с Богом, чтобы все, что ты делаешь, исходило из твоей близости с Господом. Иначе все, что бы мы ни делали, уже для Бога не имеет никакого значения. Поэтому Бог и сказал, а если не так, да, Ефесской церкви, то сдвину светильник свой, твой. И мы видим, что произошло. Если вы были в Турции, ездили на экскурсии, то вы, может быть, были в Ефесе. Точнее, вот в тех останках города, такого огромного города, который когда-то был. Но сегодня от этого города ничего не осталось, и от церкви. А по некоторым данным, там церковь достигала чуть ли не половины населения города. Там была мощная община. Ни от города, ни от церкви сегодня ничего не осталось. Хотя это была величайшая церковь первого века. Известнейшая церковь. Но без любви все это величие – ничто для нашего Господа. И вот 7 стих. «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Нельзя любить Бога, живя во дворце Соломона». Суламита прозрела, она поняла, что ее очаровали нестоящие вещи. Все богатство царского дома не стоит простой любви. Потому что без любви нет счастья ни в семье, ни в духовной жизни, нигде. Бог есть любовь. Оставляя любовь, ты его теряешь. Я не верю в озлобленное и агрессивное христианство. Оно по названию христианство, а по сути нет. Потому что суть христианства, сердце христианства – это Господь, который есть любовь. Дальше 8 стих тоже вызывает у некоторых вопросы, мы постараемся их разобрать сейчас. И вот в 8 стихе большинство исследователей сходится в том, что это уже слова братьев Суламиты. И вот, смотрите, братья вспоминают время, когда Суламита была совсем еще юной, незрелой. 8 стих. Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее. «Что нам будет делать с сестрою нашей, когда будут свататься за нее?» То есть уже во времена, когда Суламита была еще совсем юной, их заботило, что делать, когда она вырастет. За девушкой надо следить. «Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра». В некоторых местах написано, в переводах написано «башни из серебра». «Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками». Стена – символ стойкости, сохранности. Через стену не пройдешь, да? Дверь, наоборот. Для чего дверь? Чтобы входить. То есть это некий символ доступности. Так вот, если она была бы стена, да? Если она будет хранить себя, они наградят ее. Очень интересно, что вот эта палата из серебра – в еврейском тексте это можно истолковать как красивый серебряный головной убор для девушки. Да? Мы украсили бы ее, да, если она будет хранить себя, стойко буду. Мы наградим ее. Если она будет доступной, как дверь, мы наоборот ограничим ее свободу, оградим ее. В современном переводе так звучит. Если она дверь, то мы запрем ее за кедровыми досками. То есть никого не подпустим, да? И на это Суламита говорит, я, 10 стих, она отвечает, я стена, и сосцы у меня как башни, поэтому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Она не говорит, что я дверь, я стена.
То есть она говорит братьям, что она хранила себя. И она так и не стала женой Соломона. Она хранила себя, чтобы всю себя целиком отдать своему пастуху, отдать своему возлюбленному. Стена, а не дверь. Тут очень интересно, тут есть еще одна грань. Кто себя в Новом Завете называл дверью? Иисус. Иисус – дверь, да? Дверь в Божье Царство. Порой церковь путает и считает, что она дверь, и что Царство Божье можно идти. Вот если ты не в нашей церкви, ты вообще на небеса не пойдешь. То есть каждая церковь пытается из тебя симулировать какую-то дверь. Послушайте, церковь очень важна. Апостол говорит, чтобы мы не оставляли своего собрания. Наше общение, взаимоотношения очень важно. Вы сегодня на собрании слышали свидетельство, как люди получали благословение, да, когда кому-то пророчествовали там у нас в молитвенном доме, они получили слово от Господа, которое наполнило их жизни. Кто-то пережил благословение на сплаве, когда просто с верующими сплавлялись по реке Чусовая. Мы нужны друг другу. Очень часто Божье благословение приходит в нашу жизнь через друг друга, через нашего ближнего. Но все-таки церковь – это не дверь. Иисус – дверь. Им мы спасаемся, а не церковью. Церковь – это большое благословение. Церковь – это очень важная вещь в жизни каждого христианина. Церковь – это наша духовная семья. А? Но дверь – Иисус Христос. И мы видим, как один разбойник, да, на кресте услышал от Иисуса: «Ныне же будешь со мной в раю», хотя он не успел стать членом никакой церкви. Даже креститься не успел. Но уверовав, он через Иисуса шел в небесное царство. Аминь. 11 стих. «Виноградник был у Соломона в Алгамоне». Ваал-Гамон – это владеющий множеством. Ну, такая характеристика. Царь Соломон – это был один из самых, наверное, самый величественный царь в Израиле, при котором Израиль достиг, ну, пика своего могущества. Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне, а он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 серебряников. Видите? История становится ясной. Как вот разные стихи этой книги, если собрать, то мы увидим, как будто как пазлы складываются в общую картину. Да? Виноградник был у Соломона, он отдал этот виноградник сторожам, каждый должен был доставлять ему арендную плату, да? То есть он как бы отдал свой виноградник в аренду, вот, и арендаторами в его виноградника стала семья Суламиты. И вот братья по очереди сторожили, пока не дошла очередь Суламиты. И мы читали в первой главе, помните слова такие: «Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники моего собственного виноградника, я не стерегла». То есть, когда дошла очередь до Суламиты, ее пленило богатство царя. Она не сберегла свое сердце, она поддалась этому восхищению внешнего блеска. Вторая глава, 15 стих. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Видите, вещи этого мира пытаются похитить наше сердце. Так произошло именно с Суламитой. На время она забыла о возлюбленной, который говорил, 4 стих, напоминаю, 4 глава, 12 стих. «Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник». Видите, она открылась для мира и закрылась для своего возлюбленного. Соломону она понравилась, и он решил взять ее во дворец и готовиться к свадьбе. 1 глава, 3 стих. «Царь вел меня в чертоги свои». Но все равно любовь к пастуху-то осталась в ее сердце. И она постепенно начала прозревать. 6 глава, 12 стих. «Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего». Наконец она осознала, что никакие богатства царского дворца не стоят настоящей любви. 3 глава, 1 стих. «Искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его.
Она начала думать о возвращении к пастуху. 2 глава, 10 стих. «Возлюбленный начал мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Видите, он стал ее призывать, и она покидает дворец, чтобы вернуться к возлюбленному. И мы читали в 5 стихе 8 главы. «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?» То есть она увидала, что этот царский дворец – это просто обычная пустыня. То есть на своей жизни, на своем личном опыте Суламита пришла к этой истине. Не буди любовь раньше времени. Не разменивай любовь на подделку. И вот 12 стих, да? 12 стих. До этого мы читали, виноградник был у Соломона в Алгамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять ему плоды. За плоды 1000 серебряников. А мой виноградник у меня при себе. Она говорит про свое сердце. 1000 пусть тебе, Соломон, а 200 стерегущим плоды его. Как говорил Иисус, кесарю кесарева, да? Соломону Соломонова, а сердце только Богу. Потому что оно Божье. Оно ему принадлежит. И кем бы ты ни стал, чего бы ты ни добился, сколько бы ты ни заработал всего, ты никогда не будешь счастливым, пока твое сердце не будет в его руках. И вот 13 стих, слова пастуха. Жительница садов. Можно, чтобы Илья, пройди. 13 стих, слова пастуха. Жительница садов. Товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его. Бог желает слышать наш голос. Я недавно одну песню слышал, где были такие слова, с английского, если переводить, когда человек влюбленный, говорит, поет, говорит, а что я могу дать тебе? Я могу просто спеть тебе свою песню. Это как дети, которые приходят к родителям, да, ну что они могут им такое значимое подарить? Но когда в этих простых каких-то вот словах, которые дети говорят родителям, столько много ощущается, что никакими дорогими подарками это не заменить. Когда мы поем Богу простые песни, поклонения, прославления, но не просто поем автоматически, потому что у нас вот такая литургия, нужно спеть вначале, чтобы послушать проповедь. Но когда мы поем это из сердца, как песню любви, то это самое сладкое, самое удивительное, что мы можем подарить нашему Господу. Наши сердца, нашу любовь. Бог желает услышать твой голос, голос твоего сердца, голос настоящей хвалы, восхищения твоим возлюбленным. И книга эта заканчивается словами Суламиты. «Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических. Беги!» Она призывает его к себе. «Беги! Я хочу, чтобы ты услышал мой голос». И вся эта книга – это, в принципе, простой вопрос. Кто для нас с вами дороже? Соломон или добрый пастырь, простой пастух, в котором ни вида, ни величия. Но в действительности нет ничего более великого, нет ничего более прекрасного, чем Бог, потому что Он тот, кто создал этот мир, и тот, кто желает с нами настоящих близких взаимоотношений. Как говорит апостол Павел, все им и для него создано. Недаром одно из переводов слова «грех» – это пройти мимо цели. Ты создан им, но живешь не для него. Поэтому в Библии, в Новом Завете говорится, что грех – это не веруют в Господа. То есть не живут для Бога. Люди могут верить, говорят, что да, я верующий. Но для кого ты живешь? Кому направлена твоя жизнь? Вы знаете, вот это прозрение, дай Бог, чтобы оно пришло
каждому из нас осознать, что ничто не сравнится, нигде нет счастья, кроме как в нашем возлюбленном, настоящих, неформальных, нерелигиозных, а настоящих близких отношениях. С этим простым пастухом, которым нет ни видом, ни величия, но который и есть царь всех царей, всех Соломонов и Господь всех господствующих, ибо все им и для него создано. Дай Бог, чтобы мы, созданные им, по всей полноте жили для него во славу его. И каждый верующий да скажет аминь. Давайте сейчас закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за Твое присутствие на этом месте. Я благодарю Тебя за то, что Твое присутствие обволакивает нас в Доме Божьем. Ты касаешься нас, и кого-то Ты призываешь, как Суламиту. Встань, прекрасная, возлюбленная, выйди. Выйди из этих иллюзий, из этих мнимых богатств, из этих мнимых целей, из этой суеты. Пусть добрый пастырь будет для тебя всегда самым важным, самым главным, самым ценным. Той жемчужиной, ради которой ты готова продать все, чтобы иметь ее. Никакие сокровища, никакие богатства дома не стоят любви Твоей, Господи. И я молю, чтобы мы жили этой жизнью любви. Мы наслаждались Твоей любовью. Мы пребывали в любви. Мы ходили в любви. Мы наполнялись Твоей любовью. Мы не прельщались богатствами царского дома. Мы не обманывались комплиментами Соломона, потому что земля и все земные сокровища однажды сгорят, а любовь Твоя пребывает вовек. Вовек. Благослови, Господь, чтобы мы были как стена, хранили себя для Господа, никому не отдавали себя, кроме возлюбленного. На этой земле мы странники и пришельцы. Мы временно здесь. И я молюсь, чтобы мы не привязались своими сердцами к этому временному земному наслаждению, к этим временным богатствам. Но жили горним, помышляли о горнем, а не о земном. Благослови, Господь, благослови. Коснись, Господь, тех, кто остыл внутри себя. Коснись тех, кто оставил первую любовь свою. Коснись, Господи, чтобы их сердца снова распустились для Божьего Царства. Чтобы мы шли в этот сад, в эти внутренние покои нашего сердца. И там пребывали. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господи, за любовь Твою к нам, за Твое терпение и веру в нас. Спасибо Тебе за то, что, начав нас свою работу, Ты однажды завершишь ее, чтобы мы сияли Твоим блеском, Твоим светом, отражали Твою любовь, Господь, следовали за Тобой, Бог. Мы отдаем Тебе, Боже, наше сердце.
Потому что там, где наше сокровище, там и наши сердца. А наше сокровище, наша жемчужина – это Ты. Наш возлюбленный, наш добрый пастырь. Да будет Тебе вся слава, честь и хвала во веки веков. И каждый верующий да скажет «Аминь».